Доброе время суток. Продолжаем наши беседы про героев. В частности, сейчас идет про навыки. И начнем мы, естественно, с градации. Они бывают трех типов всего навыки. Это навыки для героев-начальников, навыки для героев-стратегии, навыки для героев военного дела. Соответственно, в навыках для героев-начальников это тоже разделяется несколько типов. Первое – это с надписью «эксперт». Да? Сюда же мы включаем и навык по обработке. Если мы внимательно просто прочитаем, оно нам дает выпуск того или иного ресурса. Да? Либо обработка – это дает общий выпуск ресурса. Общий. Выпуск ресурсов – это то, что нам дают наши рудники на нашей базе, в нашем городе. Стоит ли качать, вставлять этот навык, решать строго вам. Тут я вам не советчик, да, у каждого свои пути развития. Я не вставлял, да, тут остальное все на ваше усмотрение. Далее у нас идет добыча того или иного ресурса. Это увеличение скорости добычи того или иного ресурса, естественно, на карте, да, то есть на рудниках, либо на рудниках Альянса, либо просто на маленьких рудниках. Далее у нас идет налог. Кто не знает, иногда бывают случаи, когда нам необходимо передать ресурсы своему товарищу по Альянсу. Да, просто перекинуть не фермой, там, когда надо, в особенности это используется, когда необходимо какой-то маленький ресурс, допустим, там, миллион сена, там, миллион нефти. В таком случае нам понадобится вот навык налога. И погрузка полностью бесполезна, она увеличивает тоннаж. Ну, как бы, может быть, только на старте игры где-то оно используется. Потом вообще бесполезный полностью навык. Сразу буду показывать, да, какие навыки стоят у меня. Ну, давайте вот так вот. Надо понимать, что вот герои-начальники у меня всегда в активном состоянии находятся вот эти два сверху. То есть это медичи. У медичи у меня стоит обработка, добыча и увеличение. Ну, обработка – это выпуск, общий выпуск ресурсов на базе. А также увеличение скорости добычи РЗ и скорости добычи железа. И вот этот человек, здесь стоят у него обработка и скорость добычи РЗ. Я еще поставлю себе скорость добычи железа, когда оно мне выпадет. В принципе, вот такие герои-начальники. Также у меня есть два навыка налога. Они стоят в двух фиолетовых героях. То есть, это доктор Браун и медичи второй. То есть, они просто находятся, вот видите, да, навык налога. В случае, вдруг надо будет кому-то что-то перекинуть, ставлю их в активное состояние, перекидываю, обратно ставлю героев на скорость добычи. Итак, далее у нас идут навыки для героев стратегии. Самый важный навык, на мой взгляд, это навык первой помощи. То есть он преобразует убитых. То есть когда мы атакуем кого-либо в составе Альянса, либо в составе, ну, либо один в одного, он преобразует убитых в раненых. Да? Точно такие же бонусы дает нам изучение на автозаводе. Это вот спасение, да, 10%. И еще есть навыки исследования в развитии, да, которые вот первая помощь. И вот здесь первая помощь, которая точно так же преобразует убитых в раненых. И еще здесь вот есть в академии. Вот он, реанимация. То есть часть убитых превращается в раненых. Количество процентов можно увеличить, да, при использовании навыка, улучшая вот этот вот поисково-спасательную операцию. То есть на данный момент у нас в Альянсе 16% при активации навыка реанимации, 16% убитых превращается в раненых. Да, добавьте исследования Академии, добавьте навыки, которые вспомогательные, которые в активном состоянии находятся у офицеров, и 10% с автозавода. Вы получите очень нескромный, как бы, процент. Если кто-то, может быть, заметил, когда атакует супер-мега-донатный чел, вас, нас, там, не суть важно, у него очень низкий процент смертей в его армии. Да? Все это достигается за счет того, что его герои, которые стоят у него в активном состоянии при атаке, да, герои стратегии, у них очень большое мастерство. Мастерство – это, грубо говоря, звездность плюс уровень самого героя. Да? Чем больше мастерства, тем больше процентов дает нам тот или иной навык. Да?
Таким образом, имея фиолетовых пятизвездочных героев 50 уровня, там мастерство под 1000. Ну, я не буду там дальше еще просчитывать это все. Можете посчитать сами. Таким образом, мегадонатные челы вот с помощью вот этих вот этого использования навыка первая помощь, да, у двух активных героев, они нивелируют, практически атакуют без потерь, да, ну, с очень низкими потерями. Далее у нас идет навыки на скорость движения. Марш-бросок – это навык, который увеличивает скорость похода к зомби. Ну, когда на карте там зомби бьем, именно ивентовый, можно сказать, навык. Штурм – это в атаке на другие города. И поход союзного подкрепления – это скорость движения подкрепления к нашему союзнику. Да? Ну, тоже, по сути, бесполезные навыки. Ну, на мой взгляд, не особо их качаю. Навык ополчения тоже в самом низу можете заметить. Вообще я не понимаю, зачем он нужен. Не нужен. Навык воинская повинность, оно не увеличивает скорость вербовки войск. Оно увеличивает разовую вербовку. То есть, если раньше без этого навыка вы, допустим, сможете завербовать 200 юнитов за 20 часов, то с этим навыком вы сможете завербовать 240 юнитов за 24 часа. То есть это увеличение разовой вербовки без увеличения скорости, да, вербовки. Навык у меня стоит у двух персонажей, да, героев, у двух героев, которые дают скорость вербовки, фиолетовый и синий. Но туда книги навыков, книга опыта навыков не закидываю. Ну, не особо оно полезно. И у нас осталась медицина. Это тут без комментариев скорость лечения увеличивает. И два навыка на убийство зомби, это заправка топливом и постижение. Одно увеличивает скорость восполнения мобильности, второе увеличивает опыт за мобов. Ну, неплохие навыки, да, у меня, чтобы я сразу на практике, как это выглядит у меня. Вот мой герой стратегии. У майор Морган и крестный отец – это два героя, которые у меня всегда в активном состоянии практически находятся. У них вы можете заметить первую помощь, заправку топлива постижения. И у крестного отца аналогичный набор навыков, то есть все один в один. Далее, два героя, которые дают, увеличивают скорость вербовки. Вот у них, как видите, у двоих навык воинской повинности. Да? И у шерифа Брауна и у Беккер у них навык медицины. В принципе, вот это мне уже не надо. И я даже думаю, что и вот это уже тоже не надо. Я уже достиг такого уровня, когда разовая вербовка у меня и так свыше суток. Что еще? Остались у нас навыки дальнего военного дела. Да. Ну, в принципе, тут, конечно, каждый может свою тактику избрать, да, что ему надо, что ему не надо. Лично я неоднократно агитировал, говорил, что более-менее какой-то успех может прийти только в случае использования и усиления третьего ряда, то есть дальнего боя. Таким образом, четыре навыка, которые я рекомендую всем использовать в своих героях военного дела. Это навык атака в дальнем бою, да, вы видите сами его. Далее у нас идет защита в дальнем бою, жизнь в дальнем бою и эксперт дальнего боя. То есть это то, что относится непосредственно к усилению нашего дальнего боя. Как я говорил на стриме, да, мое личное мнение, что на вопрос, что лучше, увеличивать жизнь или защиту, если вы больше соло-игрок, то есть вы больше воюете в одного, то лучше берите увеличение жизни. Если вы больше воюете альянсом, то есть в составе альянса, больше используйте защиту дальнего боя, да? Потому что защита... Ну, ладно, кому интересно, на стриме задайте вопрос, я, в принципе, расскажу свою схему вычисления, да, как я это все подсчитываю. Все, остальные навыки берем по возможности, опять же, играть от обороны я не вижу никакого смысла. То есть урон защитных башен, непоколебимые, неприступные, тоже полная шляпа, ну, на мой взгляд.
И так как я играю без ближнего боя, такие, допустим, герои, как Эон, для меня они, ну, ни о чем. Если у вас есть деньги задонатить на фиолетовую пятизвездочную и Эон, тогда есть смысл ее брать. Если ее нет, ну, нету денег, да, таких заливать в игру, ну, я ее не беру. То же самое и про защиту ближнего боя, жизнь ближнего боя. Если у вас нету денег, да, чтобы вы могли потратить там, грубо говоря, баксов 600, там 500 в месяц, не напрягаясь, ну, даже 400, да, где-то плюс-минус, то есть 1030, если вы не можете потратить, играть через ближний бой это не для вас, скажем так. Ну, 1020, ладно, 1020 это вот, если вы тратите свыше 20 тысяч в месяц, качайте ближний бой, берите Эон и используйте навыки ближнего боя. Защита, там, жизнь ближнего боя. Если нет, забудьте про вообще ближний бой, что это такое. Дальше, все навыки, которые мы не используем, да, это очень важно, да, все навыки, которые мы не используем, мы разбираем. То есть заходим в навыки офицера, навык вот у меня, который я только что при вас убрал, да, разобрать, они мне не нужны, я их не использую. То есть смысл мне, чтобы они висели там, смысла нет. После чего улучшаем что-то полезное. То есть в данном случае я сейчас улучшаю. Недавно ставил у нее навык атаки. Вот я улучшил. Очень важно понимать, что навык, процент, который дает нам тот или иной навык, зависит от мастерства героя, в который этот навык вставлен. Да? То есть чем больше, если сравнивать, смотрите, в принципе, здесь одинаковые у них они по мастерству. Ну вот, смотрите, у панды 522 мастерства. Это за счет того, что у него чуть-чуть больше звездность и чуть-чуть больше уровень. И количество он дает 20, практически 21% дальнего боя. Зевс чуть-чуть меньше мастерства дает уже 18%, да, 18,6%. То есть, ну, разница ощутима на самом деле. 2% там, там 3% там, 0,5% там. Вот это так и складывается какая-то победа, да. Следующий нюанс – это именно опыт навыка того или иного. То есть, вот то, что вы увидели, я разобрал ненужные навыки, всем рекомендую. И эти ненужные книги опыта, которые мы получили, мы за счет них улучшаем то, что нам необходимо. То есть, там первую помощь, да, если мы больше много атакуем и большие потери, чтобы уменьшить свои потери, первую помощь качаем. Следующий нюанс. Вот здесь ни в коем случае не продавайте части навыков. Да? То есть лучше собираем до десятки, делаем целый навык, после чего мы его вот здесь, вот, как я вам показывал, разбираем. Вот, в принципе, и все. Если у кого-то есть какие-то вопросы, я надеюсь на комментарии, да, то есть аргументированно, не просто, а что это было, там, да, как периодически мне пишут, я ничего не понял. Ну, флаг тебе в руки, братан, возьми еще раз, посмотри и поймешь. Да, то есть, если есть какие-то реальные вопросы по существу конкретные, то пишем в комментарии, и я вроде всем отвечаю всегда. Либо заходим на стрим, каждое воскресенье практически он есть, и там задаем, уже на практике все это покажу, мне не трудно. В принципе, на этом все. Надеюсь, по навыкам мы разобрались, по героям вообще, по блоку этому героев мы разобрались. И, кстати, навыки, допустим, героев военного дела, они работают всегда. То есть, если основной навык панды не работает в обороне, то навыки, которые мы в него вставили, они работают всегда. Да? Это тоже нужно и важно понимать. Именно поэтому после определенного промежутка времени, да, когда все наши герои обзаводятся навыками на дальний бой, Артур, ну, герои, да, такие как Артур, либо Змея, зеленый и синий, вот этот, они становятся не нужны. То есть если раньше, до появления большого количества навыков на дальний бой, за счет этих героев мы чуть-чуть увеличивали свою атаку, да, свой урон чуть-чуть увеличивали, то с появлением вспомогательных навыков они становятся бесполезны. Да? Таким образом, я их сейчас не использую вообще. Вы сами видели, они там четырехзвездочные у меня, но я их не использую. Фух, ну, в принципе, все. До новых встреч, да? Чё?